Статьи 19.3 Так, пожалуйста, встаньте, смотрите. Кем оно ведется? У меня вот требования к суде на основании Конституции. Вы выполните мое требование. Мое требование. Судебный процесс еще, я считаю, не начавшись. Я ходатайствую о том, чтобы вы предъявили свои полномочия на основании Конституции. Я законопослушный. Я хочу, чтобы все было по закону. Личность установили, полицейские меня привели сюда. Полицейские привели. Вот человек, вы не доверяете полицейским? Вы полицейским не доверяете? Все, он меня привел. Я хочу сейчас на основании Конституции узнать ваши полномочия. Чтите Конституцию. На основании 119-го, на основании 3-го закона статьи Конституции, на основании 24-й статьи пункта 2 Конституции, предъявите, пожалуйста, мне документы, чтобы я убедился, что вы именно тот человек и имеете юридическую... Я разбираюсь. Я разбираюсь на основании Конституции. Я хочу... Нет, я готов дать вам пояснение. И прошу секретарь, чтобы протоколировала вот это все. Я не отказываюсь. Я у вас требую свои полномочия, чтобы вы мне подтвердили. У нас есть статья «Захват власти». У нас есть и в стране, и по телевизору «Захват власти». Я хочу убедиться, что этот человек является именно тем, кем называется. Я имею право? На основании чего? То есть вы считаете, что не по делу я спрашиваю ваши полномочия? Не имею... Пригласите, пожалуйста, сотрудников. До свидания.